13-го отделения милиции беспокоит, старший лейтенант Николаев. У вас совесть-то есть вообще? Что, соседи ваши жалуются на вас? Ну вы понимаете, так себя нельзя вести. Говорят, у вас день рождения, а у вас тишина. Ни музыка не орёт, ни драки, ни пьянки. Ну что это такое? Я вообще не понимаю вас. Поэтому я вот лично позвонил и прошу вас, вы себя ведите, пожалуйста, нормально, соответственно ситуации.